Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о жадных дилерах и самоотверженных японцах. Дилеры, как и страховщики. Они вечно несчастные и вечно их все обижают. Клиенты капризничают, заводы производят не то. Очень показателен случай с дилерами «Лада». Если кто помнит, они все лето ныли, что испытывают жесточайший дефицит «Лада Ларгус», особенно в простых комплектациях. У дилеров образовался такой дефицит, что на «Ларгус» образовалась очередь. Завод в кои-то веки отреагировал оперативно и производство универсалов увеличил, ведь там же люди и они ждут. Тем более, что и имидж марки надо укреплять. Но тут выяснилось, что дилерам такое положение дел не в радость. Покупатели накинулись на недорогие версии и плевать хотели на дополнительное оборудование, лишая дилерские центры дополнительного заработка. Каждый раз, когда наблюдается дефицит той или иной модели, продавцы правдами и неправдами пытаются продать автомобили, в которые заботливо положили ароматизатор-елочку или дорогущие коврики. А тут на тебе, машин полно, коврики никто не берет, и становится продавцам грустно, и начинают они жаловаться. Они все время жалуются. Японские компании решили объединиться, чтобы противостоять натиску европейцев. Корпорации Toyota и Suzuki объявили, что объединяют свои усилия в святом деле конкурентной борьбы. Не секрет, что автомобильные гиганты в Японии есть. Но они до сих пор не могут противостоять европейцам с их многочисленными альянсами и автомобильными группами. Прежде всего, японцы возьмутся за разработку беспилотников и автомобилей на альтернативном топливе. За эту часть плана будет отвечать Toyota, как более продвинутая и богатая. Suzuki досталась роль тоже не из легких. Компании предстоит осуществить экспансию на рынке развивающихся стран и отнять долю у всяких Peugeot и прочих Citroёn'ов. Прежде всего, речь идет о таких странах, как Индия. На автомобили Suzuki здесь приходится почти 40% рынка. Следовательно, нужно укреплять позиции там, а еще замахнуться, например, на Бразилию, а может и Россию. Ждем ответа из Европы. Посмотрим, сильно ли там испугались. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».